Здорово, играть. Я продолжаю жить в зоне с модом NLC-7. В прошлой серии я вышел из лаборатории X16, и оказывается, там даже есть проход в лабораторию X18, так что я побывал там. И по всем раскладам мне снова идти в те самые негостеприимные места, снова идти в лабораторию X16. Как минимум по двум причинам. Причина первая, то что я подвязался спасти там МНС, младшего научного сотрудника. Он сидит там в путепроводе, у костра, идти никуда не хочет. В общем, надо будет его спасти. Первая причина. А вторая... Чё такое? А вторая причина — документы. Вот они. Вот эти вот три бумажки, которые я нашел в лаборатории X18. Я уже попробовал сдать их Сахарову, их принимает Сахаров. И он дал за эти бумажки очень годный артмод, способ приготовления артефакта пленка из какого-то артефакта третьего уровня. Очень годный рецепт. Я не знаю, наверное, 1050 как минимум он будет стоить. Но когда он давал этот рецепт, он предупредил, что бумаги эти не все. Да-да? Открывай ворота. Это какие-то бухгалтерские там записки, складские бумажки. В общем, это фигня, но никак не научные какие-то интересные для него записи. И вот если я принес бы ему полный комплект этих документов, то тогда бы награда от него была бы гораздо лучше. Вот так он сказал мне. Самое это обидное, что я вот сейчас вот вспоминаю, как я там носился по лаборатории X18. Вот, и я вспомнил, что я буквально пробежал там по бумагам и не подобрал их. То есть есть в лаборатории X18 еще один комплект документов. Всего их получается не 3, а 4 штуки. И мне, конечно же, очень хочется их достать, чтобы получить награду от Сахарова максимальную. Если он даже за 3 документа дает такой годный артмод, то представляю, как будет круто, если этих документов будет 4. Я посмотрел в конфигурационных файлах, 4 документа это максимум. Но я специально не подсматривал, какая награда будет от Сахарова. То есть это для меня будет сюрприз. И я надеюсь, что приятный. Ну что делать, надо идти. Вот обидно, блин. Мне так не хочется туда возвращаться. Мне там отбили всю башку. Попортили весь комбез. И снова мне туда идти. Ну что делать? А когда еще? Откладывать на потом только хуже будет. Еще обидно, конечно, что это другая локация, а значит, надо отсюда самое важное это забирать, правильно? И у меня опять будет дикий перевес. Что надо забирать? Вот это надо забирать. Это очень ценный, да? Очень ценная запчасть мутанта. Вот это надо забирать. Я не знаю, где его потом повторно найти, регистратор событий. Небельский альбом надо забирать. Артефакты надо забирать, вот эти. Изумруд обязательно. Вот этот ящик надо забирать. Представляете, я его оставлю, поворуют здесь этот ящик, а я потом приду, а ночью тут выброс, и что я буду делать? Так, ну вот это, в принципе-то, наверное, можно оставить. Блин. Тем более, что тут половина вещей-то не моя, а какого-то ботаника. Ладно, не будем его разорять. 66 килограмм. Ладно, идем. Да уж, дурная голова ногам покоя не дает. Снова мне придется идти в те самые края. Значит, самое обидное, что там, блин, в этом путепроводе две каких-то лужи разлиты с дрянью с какой-то. Наступаешь и там типа по полной программе. Кровотечение там, комбез портится, вообще пипец. И мне придется их пройти в одну сторону и во вторую сторону. То есть 4 раза я по ним прошлепаю. А у меня уже не осталось ремкомплектов, так что комбез я испорчу капитально. Капитальнейшим образом. Вот, еще по агентурным сведениям, вот там на территории завода должен лежать лечебный берил. Тоже мне бы хотелось его забрать. Но это, наверное, потом. Потом, конечно, потому что я тут выложу весь хабар и туда прям налегке пойду. И, наверное, я туда пойду после вот этого всего путепровода, после лаборатории X18 повторно, да? Потому что... Так. Аномалия, да? Сейчас обойдем. Потому что...
Мне хочется в X18 быть бодрячком. Конечно, там по башке снова будет пролетать немерено. Хочется там быстренько пробежать все. Вот. А сейчас я там на завод пойду, еще там ушатаюсь. И буду вообще никакой. А, кстати, идется довольно бодро. У меня вот эта вот вспышка, артефакт второго уровня, который выносливость прибавляет, прям очень сильно спас. Мне его не жалко абсолютно, этот артефакт. Я все равно его менять буду. Вот. А он, смотрите, как ловко идется, да? Прям вообще. А я ночь-то не спал. Между прочим. Так, а я тут запрыгну, а? Блин, нифига. Че, вообще не запрыгну? А если вот так? Блин, даже так. Че ж сделать, а? А я все попробую вот так вот рюкзачок сбросить. Только, наверное, надо подпрыгнуть, да? Потому что он тут за сетку вот не зацепился. Ну-ка, подпрыгнуть и туда его бросить. Ха-ха-ха, круто. Да я просто мастер паркура. Так, ладно, вот тут можно снимать. Ну что, понеслась. Сейчас там через эти лужи-то придется прыгать. Мастер паркура. Ай, блин. Я уже в предвкушении, да? Еще как назло, вот на маска закончилась у костюма. Ну это просто пипец, а? Вот все несчастья. Одновременно. Так, я надеюсь, тут никто не ожил. Из тех, кого я ушатал. Угораздило этого МНС-а тут поселиться, а? Но с другой стороны, это единственный для меня расклад попасть снова в лабораторию X18, X16 там и прочее. Потому что сверху я не попаду, у меня трех изумрудов нету. Я их потратил. Вот, а здесь я пройду. Ну чё, первая дрянь. Попробуем сохраниться. Так, ну и чё будем делать? Как тут будем? Вот так вот попробую пройти, да? Во-первых, надо поставить... Вот это. Да? Или как? И как без прыжка. А тут я не прыгаю. Че, вот здесь вот попробую пройти. А, нет, блин, я, по-моему, прям в эту дрянь попаду, а? Че делать-то? Вот так вот с прыжка попробую. Так, прям прыгнуть. Ну и чё, как результаты? Ну вот, я уже ушатал комбез. Ну, не сказать, что сильно, на мне там совсем немножко надо было, и чтобы уже не 50, а 47,5 килограмм. Ну вот и всё. И вот так 4 раза. Да. А еще в X18 мне по башке наверняка настучат. Правильно? Ну, наверняка. Ну, хотя я вроде как понимаю, куда мне там нужно. Прям можно руки в ноги и быстренько пробежать, и все. Так. Так, что-то я куда-то не туда иду. По-моему. Блин, нет, я все туда иду. Ой, как неохота мне через эту лужу, а. Но вариантов больше нету.
Только через эту лужу. Ну и чё, и как тут? С прыжка? Вот отсюда, наверное. Хоба, она так. В принципе, тут прыгается. Вот так вот. Ну чё? Так вот и побежали, да? Блин, зараза, а? Дрянь такая. Блин, еще даже вот прям заметно, как на глазах уменьшилось. В общем, надо полечиться, кстати. Блин, такими темпами я ушатаю так комбез, что... дай бог мне его вообще починить. Там можно в хлам его ушатывать и новый купить у этого, у Сахарова. Так придется наверняка тогда и артефакт третьего уровня, кристалл отдать. Да, и распрощаться с идеей купить Ремингтон. Потому что на него бабосов точно не хватит. Так, 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 тут вот так вот с краешку. Оба-на. И на всякий случай мой верный калаш. Кто знает, кто тут в темноте обитает. В прошлый раз тут был Снорк. Так, ладно, сейчас спасем МНС-а. Кстати, за это тоже, наверное, какая-то награда должна быть, правильно? Откуда здесь бревно, интересно? Ой, поганые места, поганые. Но надо уж закрыть тему, а, с этими лабораториями, чтобы больше сюда не возвращаться. И все. В принципе, там в X18 я налегке буду, я все там выложу. Есть там очень удобный этот ящичек, да? Рюкзачок есть очень удобный. Так что, в принципе, я там буду налегке. Вон он сидит, ботаник. Сейчас попробуем ему этот автомат дать. Может, возьмет? Привет, дружище. На. Взял, да? Взял? О, губа не дура. Так, и надо около него выложить маячок. Где? Вот он. Так, установить. Установи. Все? Ну, я надеюсь, да? Вон он, прям вон он. Так, где тут проход-то дальше? А, вот он проход. Ну чё, МНС? Жди гостей. Вот зараза, Бюрер. Чё, чем валить будем? Автоматом? Да, попадос. Зараза.
Готов. Скопытился. Засранец. Блин, не один. Ой, тут наплодилось их по полной программе, да? Надо, наверное, снайперку брать. 7 патронов. Блин, я нифига не вижу. Где? Вот. Привет. Я тоже тебе рад. Скотина. Если он будет подниматься, то вот здесь он будет подниматься. По-любому. Ну чё, идем? Чуть мне боязно идти туда, а? Мне там буквально чуть-чуть проскочить, а, и все. Спуститься с лестницы и налево, и все. Блин, их там несколько штук. Ну, хотя бы один бы поднялся бы, а? Я бы же так поспокойнее бы себя чувствовал. Такое ощущение, что он прям там вот крутится где-то. Чувак, попробуй. Попробуй подойти. Сейчас меня уработают. Вон он, по-моему, был. Ну, елки-палки, только не сейчас. Ну чё? Чё, проскочить? Рискнуть? Где, интересно, подъем? Подъем, по-моему, вот здесь вот. А может, и тут. То есть он снизу, если пойдет, вот он откуда пойдет? Справа или слева? Ну что, надо идти? Вот он, подъем. Там вообще пусто. Вот отсюда. Если пойдет, то отсюда. На этом этаже вообще никого нету. Правильно? Валить, быстрее. Отлично. Ух. На
надо сохраниться. Все. Ха-ха, хорошо. Я с вами что-то не очень-то планирую воевать. Мне чисто сюда пройти и все. Ну что, вот я и в X-18. Патронов больше нету. Жалко. И трупа больше нету. В общем, надо максимально тут облегчаться. Значит, снайперка мне не нужна. Но автомат, конечно, я возьму. Не знаю, не буду пока заряжать я эти бронебойные патроны. Вот, все, стараюсь тут по максимуму все выложить. Вот это все убираю. Артефакты. В радиацию я не буду залезать, аккумуляторы мне не нужны, кушать я не буду, потерплю. Маску чистить не буду. Так, 35 килограмм, да? Что еще, можно патроны? Я думаю, 90 патронов мне более чем достаточно. Что еще брать? Вот так вот. Я даже всякие бумажки убрал. Все, 32 килограмма. Я не знаю, меньше, наверное, уже не получится. Гранат, наверное, нужны. Вот как-то так. Так, последний штрих. 26359, это код двери. Ну чё, валим. С Богом. В общем, надо пулей тут пролететь. Кстати, надо сразу поставить вот это, да? Чтобы не отвлекаться. Ну чё. Вот здесь вот сохранюсь. Ну чё, побежали. Да, блин, начинается. Давай, не останавливаться. Бегом. Вот он. Да блин, ёлки-палки, попал под раздачу, уйдите. Давай. Вот сюда, давай. Отлично. Фух. Ну чё, сильно меня покоцали. 47 килограмм, да, покоцали. Вот из-за вот этой бумажки весь этот сыр-бор. Ну чё, на самом деле я ещё не выполню задание. Да шо ж ты такая гадина, да шо ж за фонарик-то дурацкий. Не буду я батарейку менять, в принципе, тут добежать-то уже всего ничего. Кстати, можно было и не брать, наверное, автомат с собой. Смоков нету. Тваря. О, сейчас пробежим. Тут, в принципе, осталось-то совсем немного. Ну чё,
Давай, ну не останавливайся, ты что ж? Ты что делаешь? Сюда. Ух. Так. Ну чё? Отдохнули? Побежали. Блин, я не знаю, куда бежать. Сюда, что ли? Точно. Давай. Нет, не останавливайся. Давай. Товар родной. Так, 26359. Ну. Все забираем. Ух. Значит, что, 4 документа, да? Все? Все забрал? Больше я не переживу тут возвращение сюда. Тьфу на вас. Ух, все, уходим. Ну что, тут по стелсу, да? Так, это, наверное, пусть стоит. Батарейку воткну. Где батарейки-то, блин? О! Все, валим. Уходим из этого места. Фух. Так, наверное, надо поставить автомат. Покеда. Больше мы с тобой не встретимся. Так, я, наверное, уже вылечился. Ну чё, Матвеев? GPS я поставил. Ладно, надеюсь, тебя тут не оставят, заберут. О, нормально получилось, X16 пройти. Мы вообще так по стелсу, ни с кем не стреляясь. Самое то. Вот теперь бы вот здесь вот тоже так же пройти. Аккуратненько. Через две вот эти поганые лужи. В принципе, несмотря на то, что я такую глупость сделал с этими документами, что я позабыл этот четвертый документ там в лаборатории, мне все равно бы пришлось вот через эти лужи проходить 4 раза, чтобы этого МНС спасать. Так что тут без вариантов. Че, его оставлять там что ли? Не? Нет, надо спасать. Вот, просто надо было с собой больше ремкомплектов брать для брони. Вообще, мне, конечно, не повезло с тем, что намазка закончилась. Если бы намазка не закончилась, этот броник был бы покрепче, и мне бы, может быть, и этих 3 ремкомплектов хватило бы. Надо, конечно, не знаю, 4 ремкомплекта.
Все к тому же получается на янтаре. Че, тисков нету, да? Или я не знаю, где они тут находятся. Потому что так просто ремонтировать ремкомплектами, это их не напасешься. Надо, конечно, искать тиски и ремонтировать у тисков. Так, че, как тут проскочить-то тут аккуратненько, о. Оба-на, кто там стреляет? Слышали? Очередь. Кто-то стрелял. Долгарь какой-то, да? Или сталкер? Или это может быть там, на территории завода? Война идет. Небольшая, локальная, да? Блин, мне еще на территорию завода надо идти. Так-то, да, забирать этот лечебный берил. Я, честно говоря, не знаю, кому он нужен. Ну, кому-то нужен. Броник-то хороший, да? Надо взять. Так, вот она, первая ужас. Чё, как её проходить, а? Может, вообще снять комбез? Попробовать без комбеза пройти? Ну, не знаю, я пробовал это дело. Тут такое сильное кровотечение возникает. А у меня всего 3 бинта. В общем, я в ужасе, насколько сильное там кровотечение, так что что-то мне кажется лучше в комбезе. Только вот слева или справа, я не знаю. Вот здесь вот может попробовать. Да вот здесь вот как-то безопаснее выглядит, да? Так с краешку пробежать. Ладно, с богом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пипец. Так, 47,5. Ладно, я даже не буду вот... Не буду еще один бинт тратить. Попробую так. Так справиться. Блин, оно прям вот сквозь эти ящики пробивает. Да бесполезно, я сейчас вот на эти ящики заберусь, меня уже будет долбить эта зараза. Там, не знаю, даже если, по-моему, под потолком прыгаешь, все равно она тебе достает. Просто надо где-то с краю пробежать быстренько и все. Ну и все. Я даже бинт не буду использовать. Че, 47,5, и то хорошо, да? Ну, мне кажется, уменьшилось. Правда, совсем немножко, но уменьшилось. Ладно, двигаем. Вот это можно убирать. Вот этим сейчас полечимся. Ладно, что, двигаем до ученых. Там разгружаемся, сохраняемся, отдаем всякие документы. Все, наконец-то у меня теперь 4 документа. Мне кажется, это максимум, если я все правильно понял в этих конфигурационных файлах, это максимум. Интересно, какая награда будет? Ну, все, тут нормально, без эксцессов. Сейчас вылезем на поверхность. Наконец-то эти поганые лаборатории остались позади. Больше я туда не пойду, это точно совершенно. Ха-ха. Не затяните меня туда. Ни за какие награды. Вон он, гаденыш. Да беги ты туда, я мимо тебя пройду и все. С тобой не хочу воевать совершенно. Сколько время, кстати?
Полчетвертого, да? Даже без 25. 4. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Зараза. Так, все, пора ставить бронебойные патроны, да? Сейчас вот еще магазин достреляем, и все. Привет. Так, вон он второй гаденыш. Ух ты, блин, успел убить. Ну и все, переходим на бронебойные. Чё, гаденыш, ну раз уж ты прискакал, да, то я тебя полутаю. Блин, все пустые, а? Гады. Радиация-то не нахватался? Не. Это хорошо. Чё, здесь заночевать? Сейчас сбегаю на завод и чё, здесь заночую? Или попробовать до бара добраться? Вообще, было бы, конечно, великолепно до бара добраться. Просто замечательно. Аккуратно, тут никуда не попасть. Вроде тихо все. Ну что, дружище, как тут обстановочка-то? Нормально? Все, ладно, покедово. Так, интересно, какая же награда-то будет у Сахарова, а? Да-да, я пришел. Ух, хорошо. Так, давай сразу аккумуляторы. Так, водички. Ну, где она, где? Блин, забыл. Так. Дяди. Так, все наполнено, отлично. Ну чё, Сахаров, давай разговаривать. Так, был я снова в том тоннеле, где Матвеева вашего видел. И что, он еще там или пришел с вами? Да там, наверное, и сидит, козел упрямый. Я просто сделал то, что вы просили. Что ж, отлично, о нем позаботятся. Вот вам небольшой презент за услугу. Так, научная аптечка, две штуки. Ну, спасибо, лишним не будет. Хотя, если честно, блин, лишние мне эти аптечки, блин, они тяжелющие. Уж спасибо, а чё тебе могу сказать. Так, я по поводу документов из лаборатории X-18. Да-да, вам удалось что-то разыскать. Что именно? Покажите, пожалуйста. А вот, забирайте, это все, что я нашел.
Так, 4 штуки. Так, нужно хорошенько изучить. Рецепт вы заработали, это точно. Загрузите в память. Так, что это? Постовая ведомость, бухгалтерские документы, наряды на работы. Ничего интересного, жаль. Мы надеялись на большее. Тогда, может, и награда была бы существенней. А так вот пока возьмите. Слушай, Сахаров, блин, ты меня вообще просто убил вот сейчас только что. Просто убил. И чё? Пленка из воронки. Ну да. Ёлки-палки, а. Тут вот этот же самый рецепт давал ты, если 3 документа тебе отдать. Блин. Сахаров, ну чё тебе нужно-то, блин? Я там всё обыскал, там нету больше ничего. Чё тебе нужно? Какие тебе ещё документы? Чё ты головой мотаешь? Ёлки-палки. Ты меня разводишь. Я же смотрел в файликах конфигурационных. 4 документа тебе надо отдать. Это максимум. Все, больше там вариантов нету. Сволочь ты. Вообще, реально сволочь. Черт, опять 25. Ну все, вот все 4 документа ты забрал. Ой, гад ты Сахаров, а. Ладно, это все пусть здесь пока. Чудо, посмотрим, что у тебя есть. Блин, Сахаров, развел ты меня вообще. Выброс когда? Ночью. Работенка. Нету работенки. Ладно. Счет контейнера у тебя есть в продаже так-то, да? Ладно, все, блин, меня ты нервируешь просто. Я больше туда не полезу, это точно совершенно. Все. Пленка из воронки. Вот и все, как говорится, все дела. Так, это убираю. 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 Черт, опять 25. Так, в радиацию, я думаю, что не полезу я больше. Так, Семецкий погиб. Это, по-моему, так, развод. Да? Так, 41 килограмм, да? Вот в таком виде я пойду. Так, вот это тоже я. Черт, опять 25. О. Артефакт, что ли? Где? Где артефакт? У меня такое ощущение, что вот здесь что-то прыгает. Да? Черт, опять 25. Нет? Казалось, короче, мне. Вот здесь. Нет? Угу. Да когда поворачиваешься, вот кажется, что тут что-то прыгает. Там у меня уже глюки после этих всех лабораторий. Вон он, артефакт. Ну, дай мне его, а. Сахаров, блин. Сволочь, отдай артефакт. Как мне его забрать-то, а? Не знаю, как его забрать. Кровь камня. Блин, мне нужна. Давай, иди сюда, давай. Так, я боюсь что-либо нажимать, я сейчас упаду. А, забрал. Я забрал кровь камня. Так, что за кровь камня-то? Это фигня какая-то. Фигня какая-то, но пригодится, а? Так, 40 килограмм, ну чё, двигаем, да? Сейчас сохранимся, попробуем на заводик-то сходить, правильно?
Так, аккумулятор один я должен был взять, да? Взял. Так, так, так. Вот, если честно, лишние у меня тут артефакты. Вот этот лунный свет нафига он мне нужен, да? Блин. Ща. Да-да? Ща подготовимся, потому что я не хочу лишнее таскать. Вот точно, совершенно, потому что... Мне силы нужны просто-напросто. А чем тяжелее тащишь, тем быстрее ушатывается организм. Вот. Кстати, вот странно, я еще даже есть не хочу. Хотя я вот шарахался с этим артефактом. Со вспышкой. Она же вообще голодняк-то вызывает, немеренный. Че, сколько у меня? 38 килограмм, ну во. Вообще неплохо. Даже вот так вот сделаю. У меня ж перевеса нету, да? Чё я с этим артефактом хожу? Попал в аномалию трамплин. Блин, ёлки-палки, ты чё? Сбылась его мечта, он полетел. Ой, а посмешнее. Ушатал, да, такого нехило? Ладно, сохраняемся. Ох, испугаю тебя, а. Ладно, что двинули. Только вот я думаю, что зря я оставил этот артефакт от радиации. Мне кажется, надо забрать его. Да-да? Буду лутать зомбаков, да? И понадобится этот артефакт. И, наверное, аптечку еще возьму. Она все равно тяжелая, да? То есть если истрачь, то легче будет тащить. Хочется мне, конечно, по стелсу это все пройти, чтобы там минимум стрельбы, но мне кажется, что я там сагрю всех. Вот я вот думаю, где я этот лечебный берил? Где этот лечебный комбинезон там может быть? И мне кажется, он может быть там, где вход, вот это здание, где спуск в Х-16. В этот раз я его хитро заходил в это здание, получается, с заднего двора. Вот. А мне тут, кажется, надо с переднего двора именно смотреть, там где-то. По-моему, в трупе. В чьем-то трупе валяется. Или так просто валяется. В общем, найдем. Но придется идти с передней стороны здания. А там, по-моему, самое гнездо этих всех зомбаков. Я их там всех просто сагрю. Всех, какие есть. Посмотрим. Я еще не знаю, зачем этот лечебный берил. Кому он там нужен? Кому-то нужен. Кто такие? По виду как сталкеры. Сейчас что-то как не очень. А был, блин, как сталкер. Я уж хотел было подойти. К таким, блин, лучше не подходить. Блин, стоял реально как сталкер, а? Так, 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 сразу. Сразу вот это все втыкаем. Так, и быстренько тут, пока не попалил меня этот огненный. О, вон он, крадется.
быстренько наверх. Оба-на, оба-на, ствол. Смотрите, какой стволик лежит. Можно было ушатать, но он вроде как убегает. Так, вот этого отстрелить. Пять патронов. Все, давайте сюда. А я пока с той стороны вот так вот возьму и обойду. Вот этот стволик классный. Это, по-моему, замануха. Замануха для какого-то неопытного сталкера. Идет такой неопытный сталкер, видит ствол. Он думает, ух ты, классно, ствол-то какой хороший. Подходит, а там со всех сторон как накинулись и сожрали. Так. Твари, ну-ка идите сюда. Не хотел я тут стрелять, но, по-моему, придется. Ну чё, гад? Ты где? Куда ты делся? Еще один идет. Готов. Сколько у меня? Два патрона, да? Где ты? Куда ты делся? А, вон он. Блин, обидно-то как, а? Просадил два бронебойных патрона, а? Ну, правда, эти снайперские тоже неплохо шатают. Неохота мне спускаться, блин, там как минимум вот двоих снорков я видел. Вон они, да? Ну тут, блин, далеко, а снайперские патроны мне не хочется тратить совершенно. Ладно, пойдем. Я же видел тебя там. Куда ты делся? А, такой, а? Можно вот так вот пройти. Ну-ка.
Саечка за испуг. Готов. Действительно, два снорка. Так, я что тут рвусь-то? К автомату рвусь, вдруг патроны есть. Ах ты, блин! Ну ты тварь, а! Да скотина, а! Ты сдох. Блин, 45 килограмм, а, ушатали мне броник. Ага, о, вижу аномалия. Слушай, что-то шумит. Привет. Постой так немножко. Увидел ноги. Ноги увидел этого гада. Жестко. Так, осталось 15 патронов, да? Что-то, мне кажется, там еще кто-то идет. Точно. Так, ну чё, пошли, да? Блин, кстати, хороший, да? Ну, у меня всё 3 патрона, да? Нафиг он мне нужен? Ладно, валим. Гады, так и попали в меня, а? Так и хотел. Ой-ой-ой. Всё, я вижу тебя, вижу. Так, дружище, не, я тебя лутать не буду. Блин, конечно, заманчиво вас полутать. У вас чисто так в теории могут даже быть эти ремкомплекты. Блин, все ушатанные. Где берил-то, а?
Или что, утать так утать, да? Уже ушатали меня. Да ёлки! Пофиг, да? Давай уж. Давай чутер делай, да? Утаем так утаем. Ух, нифига себе у тебя. Фига ты жирный какой, а. Так, 2,70, 0,73. Нет, пустые все. Вообще, ремкомплекты мне нужны, конечно. Было бы неплохо, если бы у вас были бы ремкомплекты. Сохранится тут. ОПДА, гранат. Неплохо, неплохо. Солдатик, кстати. Так, и привет не прилетел. На один рентген, да? Так, солдатик-то солдатик, а тут где-то бродил. Блин, не запрыгну, да? Придется его засети. Сейчас мне прилетит. Куда он делся? Вот эти не лутаются, не? А, не? Не, не лутаются. О, автомат, патроны. Берил 5М, мед. Ага, отлично. Вот он, медицинский. Так, как бы тут так встать, чтоб ниоткуда не прилетело? Так, ствол, кстати, в неплохом состоянии, да? Сто 18 патронов, да? Ну, неплохо. Сейчас вот выйдем из с территории завода, я даже подставлю вот эти вот обычные патроны. Так, и что заберил? Может, наденем его? Пулестойкость 42%, 20 килограмм грузоподъемность. Не, не то, конечно, да? Хотя, в общем-то, пофиг, смотрите. Тихо-тихо, все. Попробуем в этом бериле походить. Ах ты тварь, а. Сдохни. Вон он. Пошел ты. Так, 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 надо убрать, убрать. О, все, валим. Ну, кстати, еще один ствол.
ритм. А я ушел. Блин, вообще ушатанный ствол, ну его нафиг. Все, уходим. Так, а тут я не пройду. Сюда надо идти. С вами тоже знакомиться не буду. Блин, как же похожи-то были на этих, на нормальных сталкеров. Вообще пипец. Действительно можно подойти, да? Ошибиться, подойти. Привет! Они такие. Папа скоро вернется. И ушатали тебя. Да, в принципе, в этом Бериле можно и пойти, потому что он те же самые 20 килограмм дает, да? То есть у меня этот лягушонок ушатался с 25 до 20 килограмм, блин. Я не знаю, кстати, я его смогу починить или нет. Это же совершенно не факт, что я его смогу починить. Ух ты, блин, чуть не влез в аномалию, а? Прямо в нее шел. Так, ладно, нет, отойдем вначале, да, потом я начну перезаряжаться там. Ну, у меня мысль поставить обычные патроны, не бронебойные. Хотя, конечно, меня впечатлили бронебойные патроны, классные, вообще здорово ими работать. По любым целям, по сноркам, вот, не обязательно в бошку попадать, он его в туловище шатает нормально. Если очередями, так вообще замечательно. Привет, дружище, слушай, у меня тебе есть автоматика. Может, возьмешь у меня автоматик? 479 рублей. Ладно, я подумаю. Я подумаю. Да-да? Да-да, открывай. Так, ПДА. Да, помнится, есть ПДА. Блин, надо заряжать. Полчаса, да, время сколько? 18:31, то есть в 7 часов. Так. Протрем маску. Берем воды. Дади. Так. Что-то, кстати, аккумуляторы, да? Про аккумуляторы ничего не говорил. Как-то странно. Так, это убираем. Это пусть будет. Все равно сейчас я избавлюсь. Так, автомат, я не знаю, может починить? Или что починить? Или снайперку починить? Ладно, надо чинить-то у этих, у тисков. Правильно? Ой, не-не-не, блин, ошибся. Так.
Да, 162 патрона у меня бронебойных осталось, нормально. Ну что, все забираем, да? Вот это забираем. Так, так. Я уже за тобой, блин, Сахаров, повторяю. Так, так. А, вот почему аккумулятор. Потому что у меня он установлен был. Так, это тоже берем. Это тоже берем, берем, берем. Чё? Чё, чё? Чужая вещь. Короче, чё-то я взял чужое. Чёрт, опять 25. Так, вот это, по-моему, мои патроны. Вот этих 20 патронов моих. Так, чё у тебя ещё скоммуниздить? Вот этих патронов, может, скоммуниздить у тебя? Ну, наверное, все, потому что, блин, я уже тебе что-то скоммуниздил. А чё, не помню. Реально не помню, чё я у тебя взял. Чё у тебя взял? Вот этих, по-моему, патронов. 9 на 19. Смотри, бронебойный был у тебя забрать, а? Ботаник, а? Сколько вес, кстати? 88 килограмм, пипец. Я не знаю, как я это потащу. Так, Сахаров, ладно, все, покидово. Я сейчас пойду это менять артефакт второго уровня, да? Да, блин, реально тяжело. Этот ствол надо давать. Сейчас дадим. У кого сколько я там за него выручу, за этот ствол? 2000 там, 3000. А он весит 3 килограмма. Я буду мучиться его тащить. Дружище, на, забери. Ну какой, навек вообще. Навье. Блин. Конечно, хотелось мне его утащить с собой, да? Чтобы вот так вот АК-74Н иметь там в разных нычках там и прочее. Блин, пипец, как я буду передвигаться, я не понимаю. Блин, я точно помру. Чого я одного разу чув? Загубився якось бандюк у зоні. Зголоднівець зовсім. Увесь одяг ти в. Так, за що це витаскиваємо? Бреде ото вже кудись, чу, не зна там? Куди й кричить. Ну, типу, хто-нібудь, допоможіть в натурі. Тут артефакт второго уровня надо спрятать. Вот этот надо спрятать. А ну хто це тут розкричався? Так, 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 так. Вот эту вспышку сейчас попробуем поменять. Выручайте, пожалуйста. Все, что хотите, бля, буду. А вон ему автоматный ствол. Три артефакта первого. Вспышка. Стоять, а то и дивуются. Колючка, капля, колючка. Як тут, так, пацаны, выручайте, будь ласка. А як на смітнику, так сучары и педрилы. Да это старый. Вот капля, две колючки. Блин, нафиг мне не нужны эти все колючки, капли, блин. Хотя, конечно, вот сейчас вот совершенно другие стали рецепты. Надо сохраниться, кстати. Ты, ёлки-палки, опасно ты икаешь вообще, пипец. Бенгальский огонь будем ушатывать, да? И что, надо покушать? Где еда-то? Что-то мне с весом надо делать. Ну, я сейчас этому Сахарову отдам вот эти артефакты первого уровня, мне кажется, да? Блин, пипец, как же идти-то, а?
всякой дряни. Да-да? Может, Сагрову купить этот лягушонка, а? Я не знаю, это как машину менять, если пепельница забилась. Примерно то же самое. Ой, 224 тысячи, блин, а. Если бы ты хотя бы вот этот бы принимал обратно, то было бы неплохо, да? Колючка, колючка. Ну, сейчас отдадим. Блин, ну тебе бы набрать бы всякие всячины, правильно? Ну, две штуки батарейки надо взять. Спички вроде имеются. Блин, даже не знаю, что делать, а. Вот эти всякие навороченные артефакты, да, вот эти всякие такие попроще. Вот. Да, все поменялось, вот смотрите. Ну, давайте посмотрим, капля и колючка. Вот, колючка, да, теперь... Кристальная колючка делается вот таким вот макаром. Медуза у меня, кстати, есть, так что колючку одну хорошо было бы оставить. Или вот. Ого, нифига себе. Вообще великолепно. Можно вот кристальную колючку сделать и так, и вот так вот. Блин, все эти артефакты надо оставлять. Две колючки и каплю надо оставлять. Потому что я сделаю две кристальных колючки, правильно? А кристальная колючка, это же можно эту сделать, как его там, третьего уровня, ночную звезду, да, по-моему, так она называется, ночная звезда. А тут сейчас совершенно другие, видите, ингредиенты. И кристальная колючка, насколько понимаю, что нигде и не применяется, да? А вот можно огненный шар сделать. Короче, надо по новой учить вот эти все рецепты, просто по новой. Ну да. Не, Сахаров, не отдам я тебе артефакты. Вот единственное, что... Вот этот вот кристалл бы мне тебе отдать. Это было бы неплохо, 131 тысяча, да? Ну вот... как вариант, это вот скафандр взять. Но опять же, вот этот я что, я выброшу его? Нет, я его не выброшу. То есть я, получается, 7 килограмм потащу. Да, он, конечно, вот этот вот на 5 килограмм больше берет, но вот 7 килограмм лишних. Блин, ничего я не сделаю. Очень я хотел, конечно, вот этот Ремингтон взять, но это плюс 3 килограмма, как я потащу? И патронов надо взять, правильно? Не, я не утащу. Спас такой вообще, блин, тяжелющий. Ужас. Небельский альбом за 99 рублей. Да перетопчешься ты. Вот, вот этот блокнот, смотрите, берет, да? За 992 рубля. Что, тебе продать, что ли, его? Инструкция какая-то. Ой, блин, елки-палки, а. $19.29, кстати. А, подожди, подожди, давай вот так вот выложим сейчас. Чтобы не мучиться. Может, в ПДА там что-то полезное будет. ПДА повезет. Что за фигня? Сейчас проверим, что за фигня. Уже действительно фигня. Нет никаких там этих тайников.
Ой, так хочется что-нибудь своровать. Там уж не лезет никуда. Ну, что делать, я даже не знаю. Время 19:36. Вот я за то, чтобы поспать как следует, выспаться. Потому что я уже зеваю. Вот, через эту самую дикую территорию я не пройду. Вот, мне надо быть бодрячком совершенно полностью, потому что в таком состоянии пипец. Еще с 850 килограммами груза, ну, точно я не пройду. Вот, артефакты сейчас чем-нибудь какие-нибудь спрячем. Значит, что я спрячу? Вот это спрячу. Вот, кристалл спрячу. Вот это спрячу. Чего еще, даже не знаю. А, вот это, конечно, бенгальский огонь обязательно надо спрятать, все. Ничего на поясе нету. Это тоже надо снять. Вот, надо спрятать, потому что ночью будет выброс. Вот. Что еще? Ну, в принципе, вот этот кристалл тоже можно убрать, чтобы под выброс он не попал. Значит, пузырек на всякий случай. Изумруд, по-моему, пофиг абсолютно выброс. А вот эти вот артефакты, мне на них без разницы. Они все равно все пойдут на переплавки. Вот. А, кстати, кровь камня теперь что-то как-то не особо, по-моему, востребована. В общем, надо сидеть, изучать вот эти рецепты по новой. В общем, привыкать к ним. Все поменялось, все рецепты поменялись. Вот. Кстати, у меня, по-моему, запчасти монстровские, да? Дофига их. О, у меня, кстати, копыта кабана есть. А там как раз копыта кабана и хвост собаки, и что-то можно сварить. Ну-ка. У меня как раз один хвост собаки там ушатанный весь напрочь. Что, огненный шар попробовать сделать, да? Аномалия электро нужна. Так, только тушханская вот эта вот рожа. У меня, по-моему, нет такого. Нет у меня такого. Ну-ка. А с хвоста собаки что, неужели нету? Кристальная колючка, по-моему. Во. Во, как раз медузу радиоактивную. Колючку. Что нужно? Карусель? Карусель нужна. Я даже знаю, где она есть. Рядом совсем. Сейчас пойдем. Новая варка, короче. Попробуем новую варку. Давай, открывай ворота. Пипец, а. Как я пойду, я вообще не представляю. Я вообще задыхаюсь. Блин, у меня же удвоится в глазах. Чё, парюсь, надо было выложить там в ящики, да? Чё я туплю, а? Там же ящики есть, можно выложить. Чё-нибудь. Да-да? Сахаров, прости, я туда-сюда скачу, я, в общем, не могу никак сообразить, что мне надо. В этой жизни. Сейчас положу всякий хабар там, да, чтобы так полегче мне было. Пойду сварю. Что там сварится? По-моему, кристальная колючка. И, кстати, опять ее можно махнуть на три артефакта. Так, вот это выложу, вот это выложу, вот это выложу. Что еще выложить-то мне? Вот это выложу. Книжку вот эту выложу. Да. Да что тут у нас? Так, 58 килограмм. Чё-то, блин. До сих пор. До сих пор тяжелое. Я таскаю. Вот это вот выкладываю. Так, вот эти патроны тоже выкладываю. Так. Что еще? Еду. Ну так-то, в принципе, я помню. Помню, что у меня тут лежит. 51 килограмм. Так, еще немножко осталось. А что тут у нас? Ну все, вот так вот. 50 килограмм, что все равно перевес. А, все.
сварим по новым рецептам, да? Карусель. Видишь, у нас карусель. Явно карусель. Так, где она тут? Вот она. Так, еще раз посмотрим, что там. Кристальная колючка из карусели. Две запчасти, медуза и колючка. Работает. Вот, и будет ощутимо легче. Кроме того, я вот думал, что у меня вот этот хвост собаки просто за ночь сдохнет. Вот этот бы, главное, не сдох, да, лапа Бюрера. Что-нибудь из него тоже сварить. Что из него сварить-то можно? С лапы Бюрера. Ну это все крутые какие-то, да, это надо крутые ингредиенты. О, душа. Помыть мясо у меня есть. У меня слизняка нету. Короче, обломайтесь, да? Где этот слизняк брать, вообще непонятно. А, ну вот слизняк из трамплина. Кстати, кровь камня есть. Слизь есть. Ну, даже, может быть, можно попробовать, да, душу? Хвост псевды. И, блин, придется ломать мясо отдать. Мне так не хочется. С таким трудом я этот артефакт, блин, оторвал, да? Плюс 200% по жизни. Хочется варочку-то сделать, правильно? Мне кажется, стали ощутимо сложнее теперь рецепты, но, по-моему, интересней. Так, чё, иди сюда. Иди сюда. Ну, берись, а. Да шо ж ты не берешься? Пипец, он не берется, а? Берись! Я сейчас попаду в аномалию, а? Пипец, а? Что ж ты делаешь-то, а? Чудовище. Пойду. Блин, сварил артефакт, не могу подобрать. Что за бедствие? Ой, какой вообще наброч. Ушатанный, да? Нафиг мне такой нужен? Ща отдам. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Аккуратненько. Не пугайте меня так.
все, выжил. Какой-то сложный момент был. Так, ладно, сейчас что, поменяемся еще, да? На три артефакта первого уровня. Эту кристальную колючку мне она совершенно не нужна. Или нужна? Не нужна вообще абсолютно. Ночная звезда и душа, она вовсе не из кристальной колючки теперь варится. Так что реально не нужна. Меняемся, да? В общем, надо такую ревизию сделать по артефактам и что-нибудь поварить. Дружище Круглов. Я не понял, что-то, что за дела? Я тебе уже сказал, не хочешь получить то, что я предложил, значит, и не подходи. Блин, я же согласился, ты чё? Блин, чудо-юдо. Ну, теперь я расскажу. Вот чудо-юдо, а. Шоп тебя. Ладно, сейчас посмотрим. То есть было 85 килограмм, да, у нас? Да-да. Вот, сейчас стало ощутимо меньше, мне кажется. Кстати, маска гадится у этого берила очень быстро. Так, ничего тут лишнего не свистнуть. О, это вроде его. 83,7. Да, не густо. А что тут у нас? Ладно, протрём. Можно снимать маску. Да просто темнее стало, вот и все, да? Так, воды наберем. Не, все, никуда я не пойду. Здесь ночую. Прячу артефакты. Кристальная колючка. Не знаю, мне, по-моему, не особо она нужна. Так, что спрятать-то? Медуза. Да это все не нужно мне. Все эти раз, два, три, четыре артефакта и изумрудная медуза. Ничего не будет от этого выброса. Вот все. Время практически 9. Ну что ж, все, ложимся спать. Вот. Утро вечера мудренее. Завтра с утра уже будем выдвигаться в бар. Что ж, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в следующей серии нашей жизни в зоне с модом NLC7. Всем пока.